Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И Нек продолжает свое приключение, ребята, идем. Глава называется «Лучшая защита», потому что здесь пришли гоблины. Ну как так, с первого удара мне сразу попадает он по мне. Ну ладно, здесь сразу дают коробку, поэтому это не проблема. А у нас есть задача расчистить все здесь от гоблинов. Красивый вид, пейзаж за забором. Эй! Вот с этими бумерангами это опасная штука. Он кидает, потом еще возвращается, по мне бьет. Мы поднимаемся выше. И надо секретки искать, секретные комнаты, чтобы не пропустить ничего важного. На! Сразу. Вот надо просто резко подбегать к нему, и тогда он быстро падает. Чтобы он не успел очухаться. Так. Бабамс! И втащил я гоблину, втащил самому мощному. Самый мощный получил. Ну-ка, с этим как-то надо... Да ну, чё ты не добил его? Быстрее иди. Не знаю, что в этих коробках может быть. Надо попробовать их разбить, а вдруг что-то интересное. Может, янтарь какой положили или еще чего. Ничего, просто тишина. Ну ладно, добьем уже их до конца. Тишина и пустота. Вау, подожди, вот, я не зря бил эти коробки. Я хотя бы сундук нашел, это был секретный ход. Ну это вторая деталь такая, преобразователь. При низком показателе здоровья реликты можно добывать из янтаря. Хорошо, прикольная штучка будет, если мы ее соберем. Так что я не зря там поковырялся. Так, но он чуть-чуть подрос, Нек подрос. Ого! Здоровый какой! Подожди, ребята, ребята, держитесь, сейчас я с ним разберусь. Ну я-то маленький, правда. Мне реликтов не хватает, чтобы стать большим. Надо бежать от него. Просто бежать. Быстрей. Перепрыгиваем. Свалим от него. Потом разберемся. Я еще за ним вернусь. Я стану большим и вернусь за тобой. Ай. Больно же. О, улетел туда. Вот они, секретки. Это дверь была. Хорошо, еще сундук. Супер. Так, красных таких у нас уже много, по-моему. Четвертая из пяти. Нам еще одну осталось всего собрать. Двойной аккумулятор. Нек может накопить в два раза больше энергии янтаря и наносить более мощные суперудары. Вот эта штука вообще нужна нам обязательно. Еще бы получить такую красную. Ну ладно. Так, бежим, бежим, бежим. Ай, как так-то? Надо было подпрыгнуть. Ну все, понял. Все понял, бежим от тебя. Янтарь, хорошо. Да как так-то опять, а? В этот раз он не улетел. Так, ну сундук. Сундук открыт, все, туда не надо идти. Давай будем прыгать. Ай-яй-яй, быстрей. Ну я пропрыгал, хорошо, все. Ой-ой-ой, сколько этих. Не нравятся они мне, я суперударом их убью. Все. Повалил всех троих сразу. Ломаем камни, пробираемся дальше. Стоп, зачем он за мной сюда прыгнул? Быстрей, быстрей, быстрей. Как мне пробиться-то сюда? Он вообще резкий.
Ай-я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 й, что происходит? Быстрее, Нек, беги! Нек, спасайся! Спасайся быстрей! Он догоняет, он прям по пятам идет за мной. Аптечку, янтарь, быстрей наверх! Камень, осторожно! На него взбираемся. Ну, пацаны, некогда мне с вами разговаривать, за мной громила идет большой. Ого, какие ребятки тут стали. Один, второй и третьего надо добить. Ворота. Так, здесь что? Может быть, что-то есть тайное? Ничего, идем вперед. Вот это нам надо. Это нам надо. Надо вырасти. И потом, чтобы с тем большим сразиться. Ребят, вы что прохлаждаетесь тут? Такая заваруха, а вы сидите, ковыряете что-то. Отлично, Нек. Посмотри. Прибор похож на реликт, правда? Так. Хватит ли этого? Надеюсь. Остается раскидать их по городу. Лукас, останься и собери еще. Они нам пригодятся. Так, пока он их собирает, мы идем дальше расчищать. Мы за тобой. Хорошо, идемте за мной. Я вас проведу, ребята, пошли. Я предлагаю здесь супер ударом все-таки ударить. На! Спускайся ко мне. Тихо, 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 не дерзи. Давай еще вырастим. Сможем вырасти? Нет, ничего не подрос. Ладно, ну я в принципе уже и так большой достаточно. Ну что, ребята, готовы поговорить? Таких я еще не видел с топорами. Ай-яй-яй-яй-яй. В принципе, нормально. Тихо, тихо, не надо, все, положи топор. Все, троих сразу раскидал, все хорошо. Еще пришли. Ладно, я хоть здесь прям стоял. Оп, тихо, я увернулся от тебя, все нормально. Кто-то еще будет? Нет, больше никого. Это флот Гандахара. Зачем поручать кому-то грабежи, когда можно заняться этим лично? Вон он, здоровяк этот. Райдер, как думаешь, они сюда надолго прибыли? По-моему, обычный рейд. Соберут реликты и янтарь и отправятся во свояси. Мы с Доком раскидаем датчики. Хоть один да заберут. Нек, твоя задача — защитить мой город. Хорошо. Не вопрос, легко сделаем, давай. Сейчас защитим. Вторжение гоблинов, ребята. Надо будет отбить его. Но это будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Поставьте колокольчик. Всем пока.